Здравствуйте, с вами Азрет Аркенов, это программа «Здесь и сейчас». Общероссийский общественный совет ветеранов вооруженных сил Российской Федерации ежегодно проводит конкурс лучших практик. На этом конкурсе телеканал «Архыз-24» занял почетное второе место. Также грамотами и дипломами были награждены некоторые наши корреспонденты. Поговорим об этом конкурсе и не только. У нас в гостях председатель комиссии Совета ветеранов России, доктор экономических наук Алексей Валентинович Грицина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам для начала об этом конкурсе, по каким критериям оценивается работа участников и какие номинации были. Как вы уже сказали, конкурс проводится ежегодно. В этом году он проводился второй раз. Стартовал он или начал свое существование, зародился в 2017 году, после того, когда была организована комиссия по пропаганде боевых традиций, именно при Совете Общественной Общероссийской Организации Ветеранов Вооруженных Сил. То есть очень молодой конкурс? Конкурс молодой, конкурс растущий, конкурс набирает свои номинации, набирает свою аудиторию почитателей. В 2017 году у нас было представлено более 400 заявок, и в трех номинациях, из которых было выбрано 9 победителей, 9 призеров. В 2018 году у нас было уже 4 номинации, и была введена спецноминация дополнительно, в которой как раз телеканал «Архыз-24» получил, как вы сказали, почетное второе место. Номинации были рассчитаны на абсолютно разные аудитории. В этом, наверное, и есть преимущество данного конкурса и его востребованность. Первая номинация – это на лучшую ветеранскую организацию. Почему? Потому что мы, конечно, заинтересованы в популяризации деятельности наших ветеранских первичных организаций, которые располагаются в 74 регионах Российской Федерации. Второе – на лучший поисковый отряд. Опять же, почему? Потому что нашей комиссии организован координационный совет поискового движения. Пока этот проект существует в Московской области, но вместе с тем уже включает в себя 180 поисковых отрядов и несколько поисковых объединений. Третья номинация этого конкурса была на лучшее мероприятие в области военно-патриотической работы. Как правило, она применяется для мероприятий, которые проводит любая общественная организация на территории России. И четвертая номинация как раз была для средств массовой информации. Соответственно, в этом году у нас было также более 400 заявок. Заявки были структурированы и более формализованы, чем в прошлом году, но вместе с тем мы не потеряли количество участников. Мы считаем, что наоборот, у них только приросло. И 12 победителей в основных четырех номинациях. Кроме того, 3 победителя, повторяю еще раз, дополнительно. С каждым годом задания для участников усложняются? Нет, абсолютно. То есть все критерии остаются теми же? Критерии остаются те же. Мы выбираем, наша задача, наша цель, наша миссия заключается в том, что мы выбираем, повторяю, вот именно задача, цель и миссия, все у нас совпадает, да, так же, как и созвучно к этому названию нашей комиссии «Пропаганда боевых традиций». Мы выбираем лучшие методики, лучшие наработки, лучшие реализованные мероприятия, лучшие предложения именно по пропаганде боевых традиций вооруженных сил. Это может быть все, что угодно. Это может быть эссе, это может быть статья, это может быть рисунок, это может быть проведенное мероприятие, это может быть проведенная там телепередача, это может быть целый цикл передач, это может быть большой фестиваль. Это может быть любое общественное мероприятие, которое происходит на любом уровне. Но за исключением, мы не оцениваем тех конкурсантов, которые имеют бюджетное финансирование. Наша задача в любом случае мотивировать своим вниманием и своей благодарностью тех людей, которые выполняют эту работу на общественных началах, которые организует ее на основе собственных личных идей, собственных личных мотиваций, которые не используют для этого государственные деньги и бюджеты. Поэтому муниципальные учреждения, как правило, в нашем конкурсе не участвуют, так же, как и какие-то общественные организации, которые имеют источники финансирования, не связанные с личными либо спонсорскими. По сути, мы тем самым еще и мотивируем спонсоров этих мероприятий, этих лауреатов или этих конкурсантов, этих победителей. Примерно так.
Заявок было более 400, а победили единицы. Все-таки на что делают основной упор члены комиссии? Первое – это новация. Второе – это практичность. Причем в любой, абсолютно в любой номинации. Третье – это востребованность. Четвертое – это аудитория. Нашей профильной аудиторией в любом случае является молодежь. Молодежь на уровне допризывной, на уровне участников юнармейского движения, на уровне школьников, на уровне студентов. В любом случае это молодежь. Массовое мероприятие, проведенное просто в какой-то городской среде, ну, оно, как правило, не очень интересно, в нем нет ничего там эпохального, в нем нет ничего нового. Это у нас сейчас очень хорошая вообще в этом отношении политика, внутренняя политика государства, которая на это ориентирована, и все муниципалитеты, все регионы постоянно проводят какого-то рода такие мероприятия событийного характера. Соответственно, мы же должны выделять ту народную инициативу, которая идет изнутри. И вы, вырабатывая на уровне этой инициативы именно дальнейшие методики, мы их предлагаем к применению и распространению в других местах. То есть мы дорабатываем, в принципе, методический материал общественного характера. Понимаете, польза, наверное, этого конкурса еще и в том, или польза данного подхода в том, что мы выявляем материал, который по силам реализовать людям или каким-то сообществом, социумом, группам, коллективам своими силами. Я считаю, это очень важно. Конкурс в 2017 году зарождался как экспериментально пробный или все-таки были уверены, что он станет традиционным? Были уверены абсолютно. Кроме того, это не единственный конкурс, который мы проводим. Это просто это федеральный конкурс, это большой конкурс. И это конкурс, который требует большого внимания и, наверное, большой работы. У нас очень много конкурсов, которые проводятся на отдельных локальных территориях, со школьниками, со студентами, даже с солдатами, матросами. Да. Ну, вот, они работают, мы понимаем, как это делать. Конечно же, самое плохое, наверное, было самое неприятное. То, что плохое, неприятное. Было, что в 2017 году мы потратили очень много времени на то, что обрабатывать заявки. Потому что конкурсанты, заявители нам присылали такое огромное количество материалов, что в нем просто было еще тяжело разобраться. Материал, конечно, не был структурирован и присылался там на волю подающего. Соответственно, и у нас отняло это очень много просто трудозатрат. А вот в этом году, благодаря тому, что мы ввели понятные абсолютно форматы, агрегировав там уже поданный материал по каким-то простым таким признакам, все это структурно очень хорошо выглядело, и материал очень легко обрабатывался. Из обработанного материала выделять главное всегда проще. А так как наша задача выделять главное, нам это сильно очень помогло. Итак, мы поздравляем всех победителей этого конкурса, желаем процветания. Так, теперь расскажите нам о работе Совета ветеранов вооруженных сил России. Что сейчас делается? Совет Общероссийская общественная организация ветеранов вооруженных сил – это постоянно действующий исполнительный орган, который регулирует текущую деятельность ветеранской организации, исполняя ее уставные цели. Уставными целями эта организация является прежде всего объединение ветеранов, объединение по абсолютно понятным, там, таким разумным, простым признакам, по признакам организации, потому что это люди, привыкшие к организации, привыкшие к дисциплине, с целью распространения приобретенных навыков, опыта и умений, полученных на воинской службе. С одной стороны. С другой стороны, их интеграция в общественную жизнь, в общественную деятельность. С третьей стороны, их адаптация после прохождения воинской службы и адаптация уже в гражданской среде, в том числе при необходимости переобразования или получения другого профильного образования. И, конечно же, забота о ветеранах. Причем забота о ветеранах зачастую становится самой главной ярко выраженной целью, ибо это не только
какая-то текущая помощь, решение каких-то текущих проблем, это еще и законодательные инициативы в этом отношении, это еще и регулирование отношений с другими общественными ветеранскими организациями, с Министерством обороны, и это с военкоматами, и с прочими институтами, в том числе военного характера. Поэтому, вот, наверное, все-таки основной миссией является поддержка ветеранов. А вот адаптация ветеранов, тем более, вот, кто участвовал в боевых точках, адаптация к гражданской жизни, насколько это тяжело дается им? Смотрите, завтра 30 лет выводу войск из Афганистана. Это грандиознейшее событие. Ведь десятки тысяч военнослужащих присутствовали в этом контингенте. Наш руководитель, генерал армии и генеральный инспектор Министерства обороны Ермаков Виктор Федорович был командующим 40-й армии с 82 по 83 год. Кстати, был у нас на передаче. Нам повезло с ним пообщаться лично. Прекрасно. Прекрасно вообще. Обязательно передам туда привет Виктору Федоровичу от вашей передачи. Проводится масса мероприятий в этом отношении. И вот даже сегодня, сейчас, отсюда, с Карачаево-Черкесии, много улетело на праздничные мероприятия в Москву ветеранов боевых действий. Вот как они смогли адаптироваться после этого? Я не знаю. Я не могу. Я даже не возьмусь комментировать. Но в любом случае государство помогает, формируя даже центры адаптации, в том числе психологической адаптации, в том числе адаптации, ну, зачастую, как, ну, прежде всего, социальной, да, в социальной среде, помогает. Для этого специалисты, для этого работают специально там привлеченные там люди, психологи и так далее. Сложный вопрос, вы его, понятно, вот так очень конкретно ставите, но не рискну на него отвечать. Очень сложный вопрос. Просто я почему его задал? Глядя на вашу биографию, вы и бизнесмен большой, вы и военный, вы и экономист. То есть вы могли совмещать такие очень сложные разные сферы. Сказать, что мне повезло, скажу. Ну вот давайте, вот расскажите свой личный пример, как вам это удавалось? Наверное, повезло, прежде всего. Я безумно жалею, что покинул армейские ряды там, в середине 90-х годов, потому что так, уже жизнь сложила. Да, и после этого я еще 10 лет во сне маршировал, условно говоря, да, так чуть-чуть со смехом. Но с любовью я учился в Донецком высшем военно-политическом училище, которое сейчас находится на территории ДНР и которое возрождается в Донецкое командное училище. С любовью я учился, воспитывали, наверное, меня так. Отцу и матери мои низкий поклон в ноги и благодарности за то, что сумели приобщить к действительному, к правильному, к честному, к справедливому. Отсюда все идет, в любом случае, все идет отсюда. Мы говорим о патриотизме, мы говорим о каких-то высоких идеалах и высоких чувствах, но давайте мы все-таки вернемся с небес на землю и посмотрим, откуда все начинается. Все начинается, прежде всего, с семьи. Все начинается с взаимоотношений в семье, с поведения отца, с отношений матери, с их тепла, доброты, ласки или их отсутствия. Все начинается отсюда. Все начинается с того, что у человека есть отец и есть мать. Или нет. Все начинается с того, как устроен семейный уклад, как устроен семейный быт, как устроены семейные отношения. И ребенок, впитывая это, несет потом с собой всю эту жизнь. Вот мы часто задаемся вопросом, и даже такой у нас уже термин стал присутствовать во многих высоких диалогах. Это вот термин «социально ориентированный бизнес». Да, вот что такое социально ориентированный бизнес? Я не знаю, как, кто вообще выдумал такой термин, но на самом деле, ну, это же какое-то противоречие. То есть бизнес не может быть социально ориентирован по определению. Бизнес – это, ну, конструкция, которая сформирована в целях получения прибыли. Прибыль
– это задача бизнеса. Пункт первый устава любого предприятия – прибыль. А как он может быть социально ориентирован? Не знаю. Другое дело то, что… А, кстати, еще есть еще второе противоречие. То, что социально ориентированный бизнес – это отсутствие полномочий исполнительного органа, ведущего любое бизнес-предприятие для принятия любых решений, кроме достижения прибыли. То есть буквально в смысле директор любого предприятия не может принимать никаких решений, которые не влияют на достижение прибыли. И есть еще одно противоречие. А что делать в том случае, если такая социальная ориентация, ну, или любая другая ориентация бизнеса приводит к убыткам? Причем не в краткосрочной перспективе. Нельзя же посчитать убытки среднесрочные, долгосрочные. Да? Поэтому, говоря об этом, нет социально ориентированного бизнеса. Есть социально ориентированные люди, бизнесмены, которые стоят внутри, простые физические люди, которые часто жертвуют часть своего дохода на то, чтобы украшать мир вокруг себя. Формировать социальную среду, формировать там среду для своих работников, участвовать в каких-то программах, участвовать в своих собственных, в том числе, наработках по улучшению данной среды. И как раз, наверное, большая заслуга таких людей в том, что они прилагают полученные в жизни навыки и умения, в том числе для формирования социальной среды, помогая в этом и муниципалитетам, и как бы, там, чиновникам разного уровня, помогая не просто советам, а помогая делом непосредственно. Наверное, это является главным. Поэтому, если вы спрашиваете лично меня, как, я говорю, повезло. Но при этом понятно, что я там работаю с 7 утра и до позднего вечера. И зачастую мне стыдно перед своими детьми, то, что я их там мало вижу. Хотя бесконечно к ним тянусь там, каждую минуту своего времени. Ну, вот так. И уверен, что у нас у многих сейчас такая жизнь. Мы живем вообще в состоянии постоянной турбулентности. И как-то с годами эта турбулентность почему-то не уменьшается. И мы видим, что сейчас, если мы говорим о том, что мы действительно жители своей страны, что мы граждане своей страны, вот даже не патриоты, граждане своей страны. Потому что что такое патриот? Патриот – гражданин, прежде всего. Конституция Российской Федерации, она определяет все. Вот если получил паспорт и явился гражданином, значит, все вытекающее отсюда уже за тобой. У тебя есть права, у тебя есть обязанности. Будь любезен, эти обязанности исполнять. Нельзя человека обязать быть патриотом. Нельзя. Либо это гражданин, выполняющий свой конституционный долг, либо, извините, ну тогда вот, пожалуйста, куда-то, вот у вас карта мира, там она высокая, да, большая точнее. Примерно так. А будучи военным, когда и как вы поняли, что хотите пойти в экономику, и так серьезно, ведь вы стали доктором экономических наук, а это, как вы говорите, повезло, просто так не получится. Ну, это тяга к обучению, не более. Мне нужно было просто учиться, мне нужно было получать для того, чтобы чего-то достичь, но в любом случае нужно обучаться. Каждый из нас учится до конца жизни. Это как бы нормальное правило. Мы учимся не просто в каких-то институтах там, или в каких-то там учреждениях. Мы учимся каждый день, учимся на базе того субъективизма или того объективизма, который к нам прилетает. Я хотел учиться. Для меня было, наверное, в том числе каким-то таким амбициозным желанием приобрести ученую степень. Ну, как бы я этого достиг. Собственно говоря, да, мне это помогло. Очень сильно помогло. И я бесконечно вспоминаю там те 12 шаров, которые мне закатили на докторской, белых шаров, да, когда сидели такие ученые с толпы, что мне перед ними коленки дрожали, в буквальном смысле слова. И когда он мне задал там простой вопрос, как, а скажи мне, пожалуйста, вот, какая столица вот такого-то региона, я не смог ответить. Я не смог ответить просто. Ну, я настолько растерялся, что я был заряжен, да, для того, чтобы, значит, отстоять свою правоту там, при защите диссертации. На такой простой вопрос я не смог ответить. Ну, то есть, ну, такое тоже было.
Токи? В итоге я оказался в столице этого региона сегодня. В итоге нет. Ну зачем вы? Нет. Речь шла об Алтае. Пока еще не доехали. Собственно говоря, в итоге 12 шаров, и в итоге 12 шаров. Ну, и как? Защитите диссертацию, поймете. Это называется 12 шаров? Нет. Какой-то нет, свой нет, узкий нет, термин? Нет. Вы защитите диссертацию. Вот как кто-то галочки ставит, кто-то флажки ставит, да? А вот при защите диссертации чуть-чуть по-другому. Там, как знаете, как. Надо получить 12 шаров. Нет, по количеству членов совета, который у тебя при диссертации, может быть 14, может у вас будет 25, я же не знаю. Выберите какую-то интересную тему, такую, чтобы вы собрали хороший ученый совет. И все. Вот когда вы уже стали экономистом, профессионалом, не было желания вернуться в вооруженные силы России? Так вот я и вернулся, только вернулся с другой стороны. Ведь на самом деле, надо получать 12 шаров, все знакомо. Там надо другое получать, прошу прощения. Вот. Я вернулся, только, может быть, в другом обличии, не знаю, там, в правильном или неправильном. Не хочу это судить, у меня вот какая-то такая своя дорога, я по ней иду, и я должен этот отрезок пути для себя пройти. Для меня это важно. Если есть нужда в моей работе здесь, ну, значит, я эту нужду буду исполнять в любом случае. Сколько у меня есть вот сил, столько, ну, значит, буду. Это что-то личное. Алексей Валентинович, я вот слушал в 2010-2011 году, как раз в тот период застал такие небольшие перемены в российской армии в лучшую сторону. Вот давайте сравним армия 10-15 лет тому назад и нынешняя армия. Какие такие кардинальные перемены в лучшую сторону можем отметить? Армия совсем другая сейчас. Армия совсем по-другому мотивирована, не служат совсем другие люди. Армия совсем по-другому материально обеспечена, совсем по-другому вооружена и совсем по-другому готова к исполнению боевой задачи. Что самое главное для нас? Армия готова к исполнению боевой задачи. Понятно, что никто не будет, знаете, там кнопки нажимать. Но именно готовность армии к защите своей страны является определяющим, при том, когда люди подумают, что кому нажимать. Вот вы с 10 там, по 18 год видите коренные различия, а я вижу коренные различия там, с конца 80-х по 18 год сейчас. В чем-то обалденное сходство, и вот в том, что я сказал, в материальной и в технической обеспеченности огромное различие. Обалденное сходство в моральном духе, в крепости, в уверенности, в готовности к выполнению своего долга у солдат и у офицеров. И, конечно же, огромное различие вообще в подготовке, в обеспеченности и в даже мотивации военнослужащего. Посмотрите, практически решен вопрос по жилью. Практически абсолютно. Внедрением жилых сертификатов этот вопрос удалось решить в течение буквально нескольких лет. Очень хорошо поставлен вопрос по медицинскому сопровождению и обеспечению. Прекрасно поставлен вопрос по подготовке военнослужащих через военкоматы. Сегодня вот на круглом столе ваш военком или зам вашего военкома с честью доложил о том, что план по набору именно от Карачаева-Черкесии перевыполнен на 50 человек. А это не 50 человек, это буквально 15%. Ну это же здорово. Почему ребята идут служить в армию? Я вот помню времена, когда молодежь, она терялась от армии, максимально, чтобы не получить повестку. А потом настал период, когда шли буквально раньше времени этой повестки. К примеру, я таких случаев знаю только со своей группы. Ну вот видите, в этом, наверное, есть какой-то кардинальный перелом. И ведь никто не заставлял? И никто не заставляет, кроме Конституции и гражданского долга. Вот мы сейчас сидим с вами, да, мы можем бесконечно говорить о том, хороша или плоха субъективная для нас обстановка. Да. Ведь мы же часто ругаем кого-то там наверху, то у нас там олигархи, то у нас там что-то правительство, то там что-то там недоработает, тут недоработает, там кто-то взятку взял. Да, ну,
Много же всего. Стандартные разговоры на кухне. Да, но только давайте, как бы, знаете, вот этот стандартный разговор в любом случае прервем одной простой истиной. Государство выполняет самую главную функцию. Оно защищает своего гражданина. Защищает. Все. Все разговоры закончены. Больше ничего не нужно. Пока государство является гарантом безопасности своих граждан, это государство уважаемо своими и почитаемо своими гражданами. А это же обратная связь. Если государство выполняет, то и гражданин выполняет. То есть в буквальном смысле, пока мы выполняем свой гражданский долг, мы сами являемся гарантом безопасности себя же самих. Алексей Валентинович, хотел бы узнать о ваших планах и задачах, которые вы поставили на текущий 2019 год. Давайте мы, наверное, сейчас сразу поговорим о теме сегодняшнего дня, именно о конкурсе. Мне бы очень хотелось рассказать о том, как будет дальше развиваться конкурс в нашей ветеранской организации. В 2020 году нас ожидает самое главное событие года. Это празднование 75-летия Победы. Я считаю, что все остальные мероприятия будут просто меркнуть перед ним. Почему? Потому что мы должны подготовиться к этому исключительно толково, исключительно правильно и провести это событие с честью и достоинством. Для подготовки к этому мероприятию в марте, в первый раз в истории этих организаций, которые я сейчас перечислю, проводится совместное заседание для принятия совместного плана. Это Общероссийская общественная раса ветеранов вооруженных сил, совет этой организации, Центральный совет ДОСААФ России и Центральный штаб Юнармии. Три самые мощные, самые крупные, самые профильные организации общественной организации объединяются для того, чтобы составить план совместных мероприятий. Мы со своей стороны в этот план мероприятий включаем проведение такого же конкурса лучших практик с еще двумя номинациями. Первая номинация, добавочная номинация к этим четырем, которые уже есть, мы их сохраняем, будет номинация юноармейский, лучший юноармейский отряд. Вторая номинация приходит к нам от Совета ветеранов России, называется «Растим патриотов». Конкурс, который они проводят уже 10 лет, они хотят завершить к 75-летию вместе с нами. Конкурс начнется в сентябре этого года и будет идти включительно по март. А в апреле мы очень бы хотели, я думаю, что мы этого достигнем, проведем завершение этого конкурса, торжественное мероприятие по завершению конкурса с награждением победителей у могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве 25 апреля. 25 апреля, день Эльбы. День встречи союзнических войск на Эльбе. Мы предполагаем и работаем для того, чтобы туда сейчас поехала наша ветеранская организация, как это было уже в 2010 году, как это было уже в 2015 году. В 2015 году вообще мы проводили огромнейший телемост, организовал его канал «Звезда» между Эльбой и Ногинском, где мы делали фестиваль, военно-исторический фестиваль, реконструкцию, посвященную как раз Дню Эльбы. Так вот, основное то, что мы бы хотели третий всероссийский конкурс завершить у могилы неизвестного солдата 25 апреля следующего года. Он, еще раз говорю, будет состоять из шести номинаций и предполагает отправку делегации на Дни Эльбы в Торгау. Вот так. Задача грандиозная. Мы, безусловно, желаем вам успеха. Присоединяйтесь к нам. Обязательно. Спасибо. Итак, у нас передача подходит к концу. В канун самого главного мужского праздника, Дня защитника Отечества, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я искренне желаю вам всего самого хорошего и доброго. И любите свою семью, любите своих жен, детей, дорожите ими. Тратьте на них время, бесконечно, сколько у вас есть возможность, тратьте на них время. Дарите им себя. Ваш мужской праздник, подарите им себя. Вот такие вот искренние пожелания от чистого сердца. А ну что ж, мы также вас поздравляем с будущим праздником. До новых встреч, увидимся через неделю.